Встречу на этой неделе провели и члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия». В ней принял участие первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин. Основная тема заседания – итоги работы за 2020 год. Партийцы отметили достижения и учли недоработки минувшего отчетного периода. В целом партийная организация в 2020 году очень хорошо работала, Матищинская. В тройку лидеров в области входят по волонтерству, по оказанию гуманитарной помощи, по снабжению продуктовыми наборами. Я хотел поблагодарить, пользуясь случаем, своих партийцев за ту работу, которую они блестяще провели в 2020 году.